Занятие хореографией для детей 4-5 лет. Упражнения для разминки. Здравствуйте, меня зовут Наталья, и я преподаватель балетной студии. Сейчас мы вам покажем упражнения, которые нам помогут разогреть наш корпус для дальнейших занятий. Итак, девочки, здравствуйте. Поставим ножки на ширине плеч. Ручки поставим на пояс. И мы сейчас будем делать упражнения для головы. Посмотрите на меня, пожалуйста. Головка на одно ушко направо, прямо, налево, прямо. Давайте повторим вместе. И раз, два, и три, четыре. Теперь головку мы наклоняем вниз. И раз, прямо, назад, прямо. Теперь мы сделаем упражнение для наших рук. Ручки открываем в стороны. Работают кисти рук наверх и вниз, наверх и вниз. Отлично. Теперь в круговую. И раз, и два. В другую сторону три, четыре. А теперь от локтя. И раз, и два, и три, и четыре. А теперь полностью ручки. Раз, два, и в обратную сторону три, четыре. Спасибо. Мы приготовили уже наши руки и голову для работы. Теперь мы включаем в работу наш замечательный корпус. Возвращаем ножки на ширину плеч. Ручки ставим на пояс и делаем наклон в сторону. Посмотрите, пожалуйста, как. И раз, и ровненько. Два, и ровненько. Давайте повторим вместе. И раз, и два, и три, и четыре. Спасибо. А теперь усложним это упражнение. Добавим руки в работу. Поднимем правую ручку наверх и наклоняемся. Раз, и два. Поставили на место. Три, четыре. Ручку другую наверх и в сторону. Ровненько опустили на место. Спасибо. Теперь мы приготовим наши ножки к работе. Для этого мы ставим ножки в шестую позицию, носочки и пяточки вместе. Руки у нас возвращаются на пояс. И мы делаем упражнение подъем на полупальцы или релеве. Давайте вместе попробуем. И раз, два, и три, четыре. Спасибо. Теперь упражнение пружинка. Давайте вместе. И раз, два, и три, и четыре. А теперь соединим предыдущее и это упражнение. Посмотрите, как мы это делаем. Наверх на полупальцы и уходим в пружиночку. Давайте вместе попробуем. И раз, и два, и три, и четыре. И завершающее упражнение – это трамплинный прыжок, обыкновенный. Но при этом мы стараемся вытянуть коленки и наши стопы. Посмотрите, пожалуйста. И раз. Ага, Лина молодец, она уже попробовала сделать вместе со мной. Давайте вместе попробуем. И раз, молодцы, еще и раз, отлично, и два, спасибо. Вот на этом мы закончили нашу разминку. Мы приготовили корпус, голову и ручки для дальнейших более сложных упражнений. Эти упражнения вы можете делать не только в хореографическом зале, но и в любом удобном для вас помещении, например, дома, на коврике или в любом другом месте. Спасибо!